Привет, дорогие мои зрители! Я нахожусь сейчас в магазине. Мы покупаем продукты, закупаем, вернее, на неделю. И я постараюсь показать вам, ну, что-либо такое интересное, потому что многие как бы просят, что не обязательно все подряд показывать, а может быть что-то выбранное, так скажем, да? Ну, я по своему усмотрению буду, то, что я обращаю внимание, поэтому поехали! Вот собакам мы здесь покупаем косточки. Последний раз купили вот такие тонкие, где муж говорит, настоял, вот такие, настоял, говорит, давай, давай. Я говорю, ну ладно, давай. А она их не жует, ей надо большие. Я говорю же, надо большие косточки. Ну вот этот раз, наверное, возьму эти. Нет, эти возьму, ладно, эти, да. Вот курица флейвор. Так, это у меня здесь записка, вот мне сегодня надо... ланчбэк взять, мед, сгущенка, там же овсянка, пармезан, соус и чеснок. Ну, это так, я вкратце. А так, конечно, мы больше будем брать. Сейчас хочу взять фета чиз. И обычно я еще беру козий. Вот такой. But she chew very good. Uh-uh. Yes. Okay, I'll show you when we get home. Ну, I know, но поменяли. В общем, он говорит, вся моя кровать в этих косточках. Он когда поворачивается, и все, говорит, на косточки натыкается. В общем, Рози все косточки в его кровать перенесла, спрятала. Ой, кино бесплатное. А мне очень понравился вот этот фета. Смотрите, вот этот вот очень понравился. Последний раз я брала, просто супер. Крем-чиз я беру $4. Вот он здесь, органик. И здесь также можно найти кое-что, вот органик. Вот смотрите, вот такое еще, это масло, по-моему. Это масло, но соленое, видите, salted. А если нет, то insalted они пишут. Также здесь, видите, смотрите, капусточка вот такая. Но мы берем в органическом отделе. Это soy-free, vegan, это, наверное, как будет, это что там пишут, как майонез, типа что-то, наверное. Вот органик, смотрите, сосиски. Веган. Окей. Так, другую попробуем. Ну, конечно, мне не нравится. Он говорит, у нас дома есть. Ну, конечно, там же это вся эта химия. У меня потом плохо становится. Я не знаю, если бы плохо мне не было, я бы все бы кушала, вы понимаете. Я любительница всех этих колбасок. Просто котлетки, это для меня просто как это, как семечки. Ну, не могу. Так, водичку показываю. Смотрите, вот я беру для питья водичку. Это мне, если хочется пить. А если и не хочется, но и как бы и вроде бы для желудка хорошо, но и хочется пить, вот минеральная вода, ребята. Это у маленьких. Также она есть в больших. И плюс еще такая минеральная водичка, тоже рекомендую, очень хорошая. Так, идем на соки. Сок беру я Orange Juice. Обращайте внимание, чтобы было написано not from концентрат. Вот это хороший сок. Это значит с кусочками, вот видите, no plump, это значит без вот этих апельсинок, но мне нравится с апельсинками. Мне нравится, оно больше там, знаете, на натуральности. Это значит, я буду брать этот. А эти написано from концентрат. Видите, из концентрата сделаны. Потому что там ничего абсолютно, просто порошок, размешали с водичкой, добавили кислоту, бла-бла-бла, и получился сок. Понимаете, вкусовые вот эти добавки апельсина и тому подобное. Вот вам и сок натуральный, и концентрат. Смотрите, какая горчица. Ну надо же такое в стаканчике. Горчица. Кружка стеклянная. Музыка так орет, сумасшедшая, ребята, поэтому я делаю видео такое с перерывами. Оливки. Оливки я предпочитаю брать, и если без косточек, то чтобы они были без внутри такое красненькое. Это не очень считается хорошего качества оливки. Вот, смотрите, это не очень хорошего качества оливки считается. А вот такие оливки, они дороже, это хорошее, натуральное, вы видите здесь, микс. Или такие темные оливки. Вот, но чаще я беру зеленые. Вот такие зеленые, ребята, оливки с косточкой. Вот обожаю с косточкой, понимаете? Самое то, что надо. Вот такие еще зеленые с косточкой. Почему зеленые лучше? Потому что темные оливки их доводят специально до такого цвета.
Вот смотрите, вот этот еще бренд хороший. Ну вот это мне вот не нравится, ну, это красное, это перец, по-моему, там или что там. Так, где мой Хани делся? Передвигаемся, ребята, на органик. Где же он делся? Так, идем. Итак, что мы тут набрали? Ну вот, сок он обычно. Сегодня у нас немного продуктов, так как последний раз мы много набирали. Значит, это он себе перекусы. Я себе органические сосиски взяла, это его соусы. Но, вот это такое популярное очень в Америке. Он любит, ну не часто, но иногда. Так, мы сок берем обязательно, вот у нас этот сок, мы пьем. Так, а что мне нужно в этом органическом отделе? Чипсы, подождите. Так, берем такие чипсы, видите, это не картошка. И другие я беру, но их сейчас нет почему-то. Вот вам, ребята, органик рис, понятное дело, смотрите, $6. 6.50, 7 даже долларов. I didn't get it. Okay. I don't have. Так, чипсы. И варенье, ребята, вот рекомендую, вот очень хорошее. Вот эти ягодки, ребята, это просто супер. Мы передвинулись на овощи, фрукты, но, опять же, по мере возможности покупаю органик. Вот смотрите, ребята, капуста органическая. Вот она будет, особенно ее на засолку, хорошо, потому что другая, не органическая, ребята, не засаливается капуста нормально, как мы привыкли. Хоть ты тресни. Чеснок органический. Органический, почему-то мне от него плохо становится. Тоже органик, зелень. Авокадо здесь органик. И чтобы вы понимали, органик это или не органик, смотрите. Вот здесь вот первая циферка должна быть 9. С какой стороны? Вот смотрите, 9. Бананы тоже мы берем органик. Смотрите, видно, выбор есть и неорганик, и органик. Вот я долго-долго приучала мужа к органик бананам, но вот последнее время он уже сказал, действительно признал, что они намного лучше и вкуснее. Манго обычно, видите, четверка стоит, это не органик, но органик, ребята, манго у нас здесь днем с огнем. Хоть что-то попадается органик, но, видите, так, парочку. И сейчас просмотрю, что здесь у нас за персики появились. Ой, господи, персики. Ну что, ну вот как бы я вам показала такой выбор картошка. Картошка, кстати, тоже... Здесь можно органик тоже взять, картошка. Так, ну ладно, это потом. Ну вот как бы я вам показала такой выбор, ребята. Видите, сейчас, наверное, выберу персики, может быть. Конечно, это не органик, но хотя бы парочку побалую себя. Ну а на этом желаю вам приятного просмотра, ребята. Все. Всем всего хорошего. Всем пока.